На конкурс дети читают стихи. Стихотворение «Баллада о десанте» Юлии Друниной. Читает Зимбахтина Диана, 14 лет, город Глазов. Хочу, чтоб как можно спокойней и суше рассказ мой сверстницам был. 14 школьниц, пивуни, болтушек глубокий забросили тыл. Когда они прыгали вниз с самолета в январском продрогшем Крыму, ой, мамочка, тоненько выдохнул кто-то в пустую свистящую тьму. Не смог побелевший пилот почему-то сознание вины превозмочь. А три парашюта совсем не раскрылись в ту ночь. Оставшихся ливня укрыла завеса, и несколько суток подряд в тревожной пустыне враждебного леса они свой искали отряд. Случалось потом с партизанками всяко, порою в крови и пыли ползли на опухших коленях в атаку, от голода встать не могли. И я понимаю, что в эти минуты могла партизанкам помочь лишь память о девушках, чьи парашюты совсем не раскрылись в ту ночь. Бессмысленной гибели нету на свете. Сквозь годы, сквозь тучи беды, поныне подругам, что выжили в свете три тихо сгоревших.